такие у нас пироги. Но все равно жить-то хочется. Ну, оно вроде уже как привыкаешь. Ага, уже хлопает. Раньше только где-то ударило, раз, прыгнулся, приседаешь, то кричали сразу падать. А теперь уже чешешь, не смотришь, не слушаешь, что до чего. Проведала сына с внучкой и приехала. Ну, давай. Взяла ключи. Давай, это самое, ходи сюда, разведать. А куда? Уехали. Оставили ключи, курей оставила, собаку, кошку. Ну и никому буду доглядать, я тоже уезжаю. Очень беспокойно. Над хатами летают, над крышами. Я вот сейчас досматриваю за женщиной. Она эвакуировала с Луганки, но там уже ж бои идут. Это ей помогаю и с водой, и с продуктами. Если за 2 года болит второй круг, ну не бросишь человека, она еле-еле передвигается. Так что ты за гуманитаркой езжу, с документами.